Доброе утро. Захотелось мне показать вам. У нас метель прям такая с утра. Снег валит. И хотела с вами поделиться завтраком за одну минуту. Наверное, все мечтают, чтобы завтрак был быстрым, вкусным. Итак, сейчас с вами будем готовить. Итак, для нашего завтрака нам понадобится вот такие вот хлебцы, также сыр и колбаса. Колбасу и сыр можете брать своему, по своему вкусу, что вам нравится. Так, я, в общем, возьму 3 хлебца и нарезаем сыр. И поставим, в общем, сыр у меня расплавляется, я уже так готовила, за 40 секунд. Но так как у нас завтрак за одну минуту, но это время на приготовление, чтобы порезать сыр и колбаску. Так, тут ко мне пришел помощник, наш котик. Так. Я готовила с ветчиной, но мне не понравилось. Мне нравится, знаете, вот с копченой колбасой. Она как раз, знаете, когда вот в микроволновке, она, ну, она жирненькая, во-первых, жирком. Вот здесь вот жирок, видите, у меня в колбаске. Нарезаем. На каждый кусочек буду ложить по 2 кусочка. Очень классный завтрак, мне понравился. Знаете, просто придумала сама, думаю, по-быстрому что-то приготовить нужно. И мне очень понравилось. И хочу с вами этим рецептом, так сказать, поделиться. И что мне понравилось, что хлебцы становятся мягкие, прям как хлеб. Конечно, можно использовать хлеб, но я хлеб не ем, кушаю хлебцы. Итак, вот что у нас получилось. И вместе с вами ставим все это в микроволновку. Не буду ставить на минуту, потому что это сильно долго. Поставлю на 40. Все, ждем наши бутерброды. Все, микроволновка у нас пропищала. Вот что у нас получилось. Вот видите, выступил такой жирочек. И это очень вкусно. Хлебцы такие хрустящие, вкусные и горячие, не холодные. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, потому что это проще простого. Готовьте вашим родным, любимым. Это очень вкусно и очень быстро. Всем пока-пока!